ucraniano. El pianista que toca con osadía. El pianista que toca con osadía. El pianista que toca con osadía. Este ritmo que se baila noche y día. Y no importa, chamaquito, que no entienda. La salsa no es rumba, no es son, no es guaracha. Si muchacha no se llenará la pista. Наверное, ты пришел в нашу группу где-то, скажем, 5.5 лет назад. Точно! Окей. Я пришел в группу, тогда эта группа по-другому называлась, там играли практически все другие люди, кроме тебя и меня, да. Мы играли такую джазовую сальсу, так сказать, в джазовом ключе. Вот это было очень интересно, поскольку до этого я и джазом немного играл. И сальсы вообще не играл, поэтому для меня было это очень интересно. Очень много дало как трубачу, поскольку сальса это такая для трубачей не очень простая музыка, вот, физически, поэтому я стал много интересоваться там всякими штуками физиологическо-техническими трубными, и очень много дало в развитии именно трубного мастерства, так сказать. Ну, так сказать, наша духовая секция, самая мощная, вот. И, ну, я, возможно, стараюсь на концертах играть максимально качественно, ну, в принципе, как на студии. Потому как это объяснить? Если ты на концертах максимально играешь качественно, то в студии тебе потом играть максимально, записать, максимально просто, и не надо будет как Чаркина переписывать 100 раз. Очень веселый штемп. Как трубач, наверное, один из лучших в Киеве тутистов в Украине точно. Может играть заоблачные, там, в стратосфере ноты, очень громко, очень мощно, владеет разными приемами техническими на трубе. И очень как человек нормальный, да? Да, проблемы у него. Ни одна компания в Киеве не может нормально повисеть без гитары. Может? Специфический такой парень, он как бы у него немножко такое постевропейское мышление. Он очень привередливый, ему много чего не нравится. На любой студии еще я с ним много записывался и в других там проектах, и вообще в других там всяких хлам. Не было ни разу такого, что он пришел на студию, ему все нравилось. Сразу, что-то не то, микрофон, нет, убирайте, тут такой микрофон, такой, ничего не придет. Ты можешь сказать молодому поколению подрастающему, который хочет заниматься сальсой? Ну, понимаете, как бы сказать, я не знаю, да я и сам молодой поколение, по-моему. Ну, супер. Да. Ладно, Денис, давай мы еще с тобой поговорим, руку мне пошли, в кадре. Йо!